Тема урока. Знаки «больше или равно» и «меньше или равно». Двойное неравенство. На этом занятии мы поговорим о неравенствах, записанных при помощи знаков «больше или равно» и «меньше или равно», а также узнаем, что подразумевается в математике под словосочетанием «двойное неравенство». Неравенства, записанные при помощи знаков «больше» или «меньше», соответствуют высказываниям, которые состоят из одного условия. Например, А больше 6, 3 меньше 9, Б больше С. Рассмотрим следующее высказывание «Б меньше или равно 5». Данное высказывание записывают в виде неравенства «Б меньше или равно 5». Оно содержит в себе два условия, которые объединены союзом «или». «Б меньше 5» или «Б равно 5». Решением данного неравенства будут такие значения переменной «Б», при которых будет выполняться хотя бы одно из условий неравенства. Так, числа 0, 1, 2, 3, 4 меньше 5, а значит, удовлетворяют одному из условий неравенства. Число 5 равно 5, оно также удовлетворяет одному из условий неравенства. Таким образом, неравенству b меньше или равно 5 удовлетворяют числа от 0 до 5, включая число 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Данное множество чисел и будет решением неравенства b меньше или равно 5. Изобразим это решение на числовом луче. Аналогично, решением неравенства b больше или равно 5 является любое число большее или равное 5, 5, 6, 7, 8 и так далее. Заметим, что на числовом луче число 5 обозначаем закрашенным кружком, поскольку оно является решением данного неравенства. Такие неравенства еще называют нестрогими неравенствами. Помимо уже рассмотренных нами высказываний, существуют такие высказывания, которые также состоят из двух условий, но соединенных с союзом «и». Такие высказывания будут верны, если одновременно выполняются оба условия. Рассмотрим высказывание «x больше 5 и меньше 10». Данное высказывание можно записать в виде двух неравенств, соединенных с союзом «и». X больше 5 и x меньше 10. Но вместо двух неравенств используют сокращенную запись – двойное неравенство. X больше 5 и меньше 10. Решением данного двойного неравенства являются числа, которые удовлетворяют сразу двум условиям – больше 5 и меньше 10. А именно числа от 6 до 9. 6, 7, 8, 9. Покажем решение на числовом луче. Заметим, что границы неравенства числа 5 и 10 на числовом луче изображают незакрашенным кружком, так как они не являются решениями данного неравенства. И знаки «больше» и «меньше» делают данное неравенство строгим. Рассмотрим следующее двойное неравенство. А больше или равно 0 и меньше или равно 4. Его решением являются числа, которые одновременно будут удовлетворять сразу двум условиям. Больше или равно 0 и меньше или равно 4. А именно числа от 0 до 4. 0, 1, 2, 3, 4. Покажем решение на числовом луче. Заметим, что в данном случае границы неравенства числа 0 и 4 на числовом луче изображают закрашенным кружком, так как числа 0 и 4 являются решениями данного неравенства. И знаки «больше или равно» и «меньше или равно» делают данное неравенство нестрогим. Бывают и такие двойные неравенства, в которых одна часть может быть представлена строгим неравенством, а другая – нестрогим. Например,
С больше или равно 12 и меньше 25. Y больше 8 и меньше или равно 17.